джип. Однажды летом в поле ржи медведь нашел отличный джип. Машину просто чудо, в 100 раз сильнее верблюда. Воскликнул Мишка: во дела, я обгоню теперь орла и зайца, и лисицу. Кто в этом усомнится? Я на машине на такой смогу уехать в лес другой. Да шо там в лес несчастный, уеду я в пампасы. На джипе, если захочу, до Антарктиды докачу. Скажу: привет, пингвины, привез вам апельсины. Такой машине не страшны ухабы, ямы, валуны. Проедет где угодно мой друг стальной породы. На джипе буду разъезжать и континенты открывать. И будет, я не скрою, весь мир гордится мною. Пока медведь вовсю мечтал, джип заурчал и задрожал. И словно на потеху от Мишки он уехал.